Друзья, всем хорошего вечера и хорошего конца. Спою следующую песню один. В свое время она принесла мне победу на «Фабрике звезд». Эта песня называется «Прости за все». И, кстати говоря, совсем скоро, буквально уже в июне этого года, стартует проект на Первом канале российском, называется «Фабрика звезд. Россия против Украины». Я хоть сам белорус, но вот буду представлять Россию в составе этой команды, так что еще одна «Фабрика звезд». Уже такая старческая история. А сейчас песня.